мы начинаем наш традиционный митинг, посвященный Дню знаний, посвящению первокурсников, студенты Нижегородского государственного технического университета имени Ростислава Евгеньевича Алексеева. На митинге присутствуют полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Рапота Григорий Алексеевич. Ректор университета Дмитриев Сергей Михайлович. Проректоры, директора институтов, деканы факультетов, заслуженные ученые и преподаватели университета, ветераны вуза, студенты и почетные гости. Школьник Александр Яковлевич, помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Депутат областного законодательного собрания Тарасов Андрей Николаевич. Заместитель министра образования Нижегородской области Бабанов Николай Юрьевич. Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода Согин Игорь Александрович. Директор научно-исследовательского института измерительных систем, выпускник НГТУ Седоков Андрей Юрьевич. Главный инженер ОКБМ «Африкантов» Рулев Владимир Михайлович. Выпускник НГТУ. Начальник отделения ОКБМ «Африкантов», выпускник НГТУ Большухин Михаил Александрович. Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Цыбанев Валерий Николаевич. Председатель областного совета профсоюзов, выпускник НГТУ Соколов Анатолий Михайлович. Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Вахрушева Нина Николаевна. Заместитель директора Нижегородского авиационного завода «Сокол» Дробышевский Валерий Георгиевич.